С передовой в родной югорский город из Лучинск приехала участница СВО. 22-летняя Диана полгода назад подписала контракт с Министерством обороны. Ее отправили в военный госпиталь в ЛНР. Обучаясь в Тюменском медколледже, Диана прошла практику в ковидном госпитале. После работала в Тюменской областной больнице. Девушка видит себя в медицине катастрофа, а для этого нужен армейский опыт. Мам, а ты видела там? А ты знаешь, там не хватает работников? Мам, ну ты же знаешь меня, что я могу сделать такой серьезный шаг. Это было начало. Потом я вот уже сходила в военкомат, я уже взяла документы, все. Недельку я жду. Она боится до сих пор. Сейчас Диана вновь отправилась на передовую. После возвращения со службы она планирует подать документы на кафедру медицины катастроф.